вдвоем с одного. Активизируемся. Так. Белорус, Олег, на тебя никто не паролит, не надо гильдии хуйню всякую писать. Ролим каждый на себя. Соответственно, выбираем main spec. Вот. Первый ролл будет на main spec, второй ролл на off spec. Если вы хотите ролить на off spec, то есть на другой спек, не на тот спек, в котором я вас взял в рейд, вы в Дискорде сейчас пишете свой ник игровой персонажа своего. И на кого вы будете рулить? На какой спек? Бои анролл, я про вещи. Рецепты ролим все, трофеи ролим все, сферы ролим все. Сфера считается также боем. Да? Ну, не знаю. Я собирал с Андроном боевище, поэтому сферы по ролям, они как бы... Их можно заутекпить. Почувствую. Открываешь Дискорд, пишешь. Почувствую. Роли на танках. Правда же, несложно. Сейчас еще раз всех загоню в диск, еще раз скажу, чтобы не было потом претензий. Аура коня офните. Это моя. По аурам моя броня. Хпава третья аура. Поставьте, у кого вторая стоит, лед. Чтоб четыре эти ауры всегда стояли. Вторую вообще уберите. Это конченая аура, она только в ПВП нужна. Вот так, чтобы все ауры до конца рейда. Здрасте. Здравствуй, сталкер. Так, ждем всех, кто заходит. Сколько? 21. Пока по глафам скажу. Так, ДЦ у нас есть. Ладно, все равно прото буду кидать по себе. Я прото, мастер. Ты че рыбафл? Каск? Кулаки. Кулаки бафл. Паладинья. Бафаешь каски. Слышишь? Поставь плюсик. Паладинье. Пал. Ага. Все, ты каски бафаешь. Бандоска, с тебя кресты. Все вроде. Сумоним тех, кто еще не здесь. Так, все проверяю. Здесь. Сейчас по хилботу надо посмотреть. Все, все здесь. А, если у кого-то есть рыба лишняя, можно без специй. Поставьте, пожалуйста. Сдаем баф. Так, 23 человека в Дискорде, ждать больше никого не буду. Кто не зашел, тот не ушел. Рыба. Кликает, тот петух. Еще раз по роллу. Бои анролл. Выбираемся main spec. Ролим на один спек, на себя. Рецепты ролим все. Сферы ролим все. Я забираю только буе шмот. Не персонально. Так, сейчас воды налью и начнем. Даю прото. На МТ звездочку. На УТ Печенко. Бой, ты тоже в танке там червячка подержишь, тебе говорил. Я уже держу. Ага. Какого червячка? Своего? Ага. Так, все, шаман у нас один. Кира тоже одна, охраняйте его. И защищайте. Чек на пул. Чек на баф на пул. Подамажен. Ты танчишь всех. Жидкий пук. Мастерол. Нотариус вот здесь.
Жидкий пух, ты здесь? Даже Паша потный здесь, а ты еще не здесь. Все, здесь. Запускайте, кто там рядом с боссом, на пул, на звезду. А, ДК, смотри, твоя левая будет, которая на месте стоит, а мы сводим правую пока. Вон, видишь, этот будет бес, медведь, прыгает, короче, мы с ним правую пока этим. Дискорд слушайте, все скажу, там, когда отбегать, выбегать, набегать. Бьем первого босса, на ком снобальды, прибегаем в милизону. Понятно? Поближе к танкам. Там кливают снобальдов. Кто умер в лужах, тот рак. Че, запускать, что ли? Да, запускайте, я ж попросил запустить. Кто там? Приз, надо тыкнуть. Да не, нормально, я стоял нормально. Давайте еще постоим. Там мастер вывалился. Да, ну и ладно. У него, это самое, гроза, он там говорил, у него небо черное. Страдает человек. Зашел. Блять, ответственность. Как... Ну шо там? Где босс? Вон выходит. Да? А, вон, вижу гриву. Вот, говорит, проснулся я поутру, лежу, небо красное. Мне там момент порадовал, когда это дополнение проходишь, кровь и вино. Когда он, помнишь, это месье де Бурбе. Угу. Погнали, на пул, на звезду. На четырех как мы меняемся. По снобальдам в милизон, в лужах не стоит. Лужа, кто там стоит? Лужа. Снобальд, нормально. Кто ДПСом? 135, мало. Давайте больше. Лучше уходим. Да че их так много этих лиц, блядь? Нормально. Должно быть. Дамажи, не забирай босса. Ты дал бок, у тебя скин достатки. Братан, вот скинь бок, сейчас отменился его. В этих бафах. В плане защиты. ДК. Не надо там. Я наберу 3-4 стака, можешь добрать сюда. Мелики, снобальдов заливаем сразу. Добиваем снобальдов. Чтобы они вместе с боссом умерли. На мне снобальд, мелики, кливайте его. ДК, звезда, иди налево. Отверни от рейда эту хрень. Милики, бьем. Тише, бьем вот эту правую РД. Милики тоже можете бить правую, только в лужине. Беру БД. А, не знаю, попозже. Желт, забирай, Влад. А, сейчас наплюнет, бегу размораживать. Даю сакру. Все, кто зелененький, к черепку подбежали, бегом. Бегом, зелененькие люди, к черепку. Все, разморозились. Да? Отлично. Молодцы. Потом ты забирай. Иди размораживай. Вон, кто зеленый, к черепу, к медведю подошли, бегом. Добиваем ползающую утробу и переключаемся. Быстрее, пока лужи нет. Вот, отлично. Теперь ренджу словили все. Все, кто стоит за спиной, когда она видит, сейчас плевок. РДД нужно словить рендж. Сейчас рендж клюнет на 3 миликов или 3 РДД. Вот, горящий жел. Рендж словили с этими метками. Словите рендж, они дамажат всех и вас тоже. Нормально, никто не... Паша потный, не давай тут проживать. Он, блядь, бегает по рейду с этой херней. Ну, кто-то бегает, не знаю. Если на вас горящая желчь, нужно убежать. Вон он к вам обратно побежал, вон. Да? Паша потный. Понял. Да, это Паша, да. Потный. Мне харды. Паша потный. Когда на тебе мет, желчь, да, больше не понимаю. Бегай в рейд, ладно? Будут ругаться люди, как бы. Если ты услышишь нового всякого. Не надо так делать.
много всякого. Ну а как еще? Давай, ДК, танчи босса. Кто не отбежал на вот этом на разгоне, тот босс. Что, готовь усмиряющий выстрел. Лучше смирять этого брюхастого. А на луну не пойдет? А? На луну потом не пойдет? На луну ТД. Я хотел грули магик. Ну это так. Ну чисто. Так, сейчас прыгнет этот урод. На кого бежит? Ты мне на барла. Вар, давай перехватом, кому-нибудь в жопу метнись. Вот, молодцы. Фильм «Майор Пейн» напомнил. Кто? Этот урод, говорит, и там фраза была. Ну, этот кадет к нему обращается, он такой, что, урод? ДК, даст твою жопу из стенки. Выводи его. Вытащи жопу, ДК. Да не, нормально, милики в парирование бьют. Короче, вот, да, вот так вот вытащи, чтобы он на пол встал, и все, забери. Они же не понимают, они же не милики. Это ж танки, еще они ж тупые. Ну, ДК, я думаю, научился. Че, куда бежит, не вижу. А, вон, куда туда. Ну, вроде все отошли, молодцы. Не забудь жопу из стенки достать потом. Всегда будет дамажит по 80. Вон Локи дамажит. Локи, маги, совы, ФДК, 4 приста там ровненько идут. Там следующие Локи. Нормально, раздарит, люблю раздарит. А ДК жалко нету. Он бапал пристов. Ну да ладно. Не умею здесь играть на ДК. Бежит, кстати, на нас. Уходим отсюда. Ратос. Там, так ты бегал куда ешь? Вообще зачет. Так, сфера рыцаря. Бегом ролим быстрее. На ролл 10 секунд. Кто не сролил, тот пошел. 98. Белорус. Ни хрена ты. Ворвался. Ну ладно. Давай, мудреная соп. Трофей. Мудреная соп. Трофей ролим. У меня нет, вылетел, даже не знал. Ничего страшного. 71 белорус. Что там, нет больше роллов? 85 бандос. Бандосил трофей себе. Я офигел от своего бурста. Это как так 10к бурст у первого бурста? Холи присты. Ну, сойдет, в принципе, и локом, которые на дух собираются, точнее, демоном. Мудреная, твою мудреную. Сейчас погодь, где мудреная, вот. Так, сейчас две шмотки. Да, спускай, пусть он говорит так. Холипалу начинающий надо. Если холипалу не надо, на олл-спек ролит мастеров. И пелерина. Освежающих ветров. Эрдруу плащик надо кому? Эрдруу холиприст. Ратос. Отдаю Эрдруу. Что-то не отдается. Вот, отдал. Все, погнали дальше. Рецептов нету, печалька. Так, ДК, ты танчишь босса. Портал здесь бить не надо. Можем, кстати, сделать ачиву с этими двумя дурами. Давайте их в стороне потанчу. Госпожу этих. Сделаем ачивку еще. Потом скиньте с меня по 50 голды каждый за ачивку. Готовьтесь к забвению! А за вайп ты нам пока солю. Вводят свой фонд, у меня свои способы заработка. Таймер чуть сдвинут, поэтому 4 плюс 5 секунд. ДК поближе встань, прям здесь в центре. Да, что тут, утешение у нас падает, да, утешение. Алло, алло. Забирай, вот я вам помог. Значит, смотрите, держим рендж. Вот этот вот каст, который он кастует. А, рога, давай ты будешь бить. Нежная рога. Нежно сбивай касты. Вот. Пламя легиона выносим. Это так же, как на Ланателе тучка.
А красную метку хилы захиливать. Если не захилить, она бабанет в рейд. Он черепок наводит бестия. Молодцы. Возьму госпожу, постою в сторонке. Броеда. Вон, выносит крест. Видите, на броеде? Побежала. Молодец, так все делают. Особенно мелики. Если вы в мелизоне разольете хоть одну лужу, не бабланете ее там паладин, я вам дам минус 10 кролу на пригу, если она упадет, понятно? Если луж будет в мелизоне. Маг Шаквов. Ты воруешь стаки. По КД вынеси себе чирократ на панель, если ты этого не сделал. И воруй стаки, когда на боссе будет 10 стаков. Если мах не ворует, присты, которые шарят, тогда диспельте. Присты, шаман. Захильте лока. Как грома шфури, вон. Так, сейчас инфернальное извержение. Все переключаемся на вулкан. Тебе? Или его не надо бить? А нет, его нельзя бить. Ну куда забиваешь? Как-то я забыл. Я только в Гере убьет. Да. Все, милики, кливайте инферналов. Пожу не трогайте. Делаем отчет. Терналов, чем быстрее убьем, тем меньше ДПС будет проходить по рейду. Рога, бей косты. Бьем трэп инферналов, скорее инферналов забивайте. Пламя легиона. Босс дернем, ну ладно. Пламя не забудьте вынести. Так, три ворота. Бьем босса, добиваем. Еще бафнуть не выбирает, нас чуть. Надрёное пламя. Опять баба в рейде. Баблу можно скидывать. Глыбы тоже. Все, вот вам ачивка. В конце рейда полтишку может дать мне. Че по луту? О, Муфхен хороший. Сферу ролим. Бегом. Сотка. Ничего себе. Сходу прям. С козырей зашел, блядь. Холодение. На, держи. Не, ну я знал, что это 10 поднесет мне ДПС, но я не думал, что настолько, блядь. Трофей бегом, ролим быстрее, не тупим с ролом. Еще быстрее освободиться, пойти дальше, что-нибудь поделать. Так, 73, да? А, 84. Почувствую. Где-то. Офните за тайм, шаманы, блядь. Крестик, уйди оттуда. Да, уходите с центра. Ролим латы. Танки надо кому? Мне не надо. Можете на успех ролить, милики. 85, горланг отдаю. Так. Давай я шейку заберу быстрее. Шея. Крит скорость. ДДшники. Там ты, кто там? Палы. Редрик. Редрик нормальный тоже. Войд сролил тварь. 55. А ты на кого ролишь, Войд, кстати? На кота? Кот, мишка. Так, сейчас он пошел. Ну, забирай. 55. И вообще... Вообще мишкой. Маги. Маги, присты, локи, которые через бесы играют с меткостью. Нужно кому? Офхен, вроде. 88, вошедший. ШП. А чё у тебя ШП? Где ты там стоишь? Смотри, вой, какие тут, блядь, статуи этой шеи, это пиздец. Да, нормально. Так, прошедший, держи. Все, лут раскидал. Так, сейчас очень важный босс. И если вы будете делать все, что я вам скажу, и тогда, когда я вам скажу, мы этого босса убьем без смерти. От вас сейчас требуется контроль. На БГ все ходят, кристаллы все фармят. Все знают свои ПВП-шные скиллы. Маг, если у тебя есть фрост спек ПВП, можешь спекнуть, хотя сейчас не очень нужен на маг. Чё, мне танка?
Танк я, танк Войд. Моя в танк. Да, ну, Войда просто ДПС маленький, поэтому по-любому танк. И ты давай танк. Маленький, ты видал 5К? 5К. Да, так, у нас сейчас 4 танка будут. Сейчас посмотрим, что там будет. Ты видал, я был второй по ДПС вообще с бурста, блядь. Ну там 3 ДДшера ниже меня просто. Нежный рок, ну, Ванда, как... Рус. Смотри, Мах наворвал стаков, почти 20 тысяч дал красаву. Вот эти ребята. Так. Подамажим. Вот это твоя цель. Да, понял? Так, шаман, это хил. Сначала распределю миликов. Что у нас по миликам? Так. Это Холипал, Вилана. Сириса, чернокнижница. Заливать будем первым черепок. У нас 2 ДК в рейде, 2 хватки сделаете. Первая хватка будет от подамажем, когда ты побежишь. Ну, мы побежим, вот, вытянешь черепок. А все будут стоять в сове, вот здесь вот. И ДК второй, почувствую, вытянешь локал в рейд. Здесь его зальем. Далее. Вар мой. Метку не буду ставить. Алиса Лунапарт. Так, Алиса Лунапарт, мастер, это твой таргет. Еще у нас... Еще, вроде все, да? А, Ирия, это Рога. Войд, поддержишь Рогу? Ага. Давай. Войд, Печенка твоя. Мастер Ролл. Ромбик твой. ДК, подамажим. Звездочка твоя. Шакул мой. Вот, разобрались. Ну, Ханта просто отведет в сторону. Все, чтобы он не бегал в рейд, ничего страшного, и будет нам помогать. Uh-huh. Смотрите, РДД, для вас задача. Первая задача. Танков хилит только Холипал. Другой не подходит туда хил, потому что сразу полетит агро, а не агрится по количеству брони. У кого меньше всего брони, того первый пиздит первым. Соответственно, маги, тряпки, чтобы вас вообще не было рядом с миликами. Если он идет к вам, первое, что вы должны сделать, набрать ренжу от милика. От вара, от любого, кто там. Вар, ДК, блядь, то еще Рога. Вот эти три чувака. Смотри. Кто хочет поконтролить сову? Лок. Любой лок, который умеет 3 знания, 3 сир давать. Плюс они... Никто. Тогда назначаю... А, вот. Ох ты, бог мой. Смотри. Тогда с тебя по КД контроль совы. 3 знания, 3 сира. 3 знания, 3 сира. Мах. Мах, шаг, фов. Я вижу, ты хороший. С тебя звезда. С тебя этот... овца по самулу. Понял? То есть овцуешь его, бьешь кастому. Овцуешь, бьешь каст. Овцуешь, бьешь каст. Плюс они. Если понял, мах. Отлично, красава. Так. Друли. Эрдру. Кот. Вы там знаете, да? Можете кинуть корни Роги. Можете кинуть корни любому милику. Мага. Так, что по магу? Так, у нас есть... Сова, будешь кидать ветра магу, понял, потому что он будет за хилами нашими охотиться. Он дальний самый стоит, нужен чародей. Если он в рейде, маг должен быть либо в ветрах, либо в хексе. Шаман, можешь жабу ему дать, вот, а друли могут дать ветра. Все, вроде. Чек на пул, все сейчас стоим кучно, соберитесь в крестик, соберитесь в сову. Бегут вперед только 4 танка, у нас за спиной ДК, ДК, который утягивает босса, почувствую. Все поняли, чек на пол. Присты, еще важно очень, ДЦ, зачастуешь рейд, диспелишь массовыми, постоянно. С Mortal Target особенно, всегда, все диспельте. Танки погнали. Черепок тянем, черепок тяните, черепок в рейд. Геру даем. Еще. Контролим цели свои. Вилану. Контроль. Вводить. Кошки можно дать корни. Там код бьет. Диспо. Спасибо. Диспельте. Все диспельте. Кресты массовое рассеивание. Диспельте Геру. Мах. Руй с врагов Геру. Вар в рейд пошел. Осторожно, отходите. Лока залили, переключаемся в кабине, сову бей. Сова.
Карина, песни рощи. Дал метку на нее череп. Диспелим ход. Уходите от варк. Видите, варк срывается. Набирайте раньше. РДД особо. Карина, бей черепок. Навары не работают, таунты. А хант не бежит никуда, блядь. У меня вар отагрился, ништяк. Так, сову убили. Сову убили, убиваем ханта. О, вар типа, в этот ушел, короче, в текстуры. Еще половину у нее у совы. Отлично. Хпал контрольки, хпал хилит. Дайте хпалу ветра или жабу. Бейте косты, хули. Он же хилит цель, мортал таргет. Таны по КД. Давайте ему захиливаться. Всегда хилит того, кого бьют. Бьем Алису, ромбик. Вар ушел в текстуры, не знаю, где вы. Если кого-то убьет, это уже не мой косяк. Шаману тоже жабу дать. Бьем Алису. Кошки дайте, эти самые. Ну, кольцо льда. Или корни, пусть она в корнях сидит. Любой друг. Так, вот убийство убили, да? Прикольно. А хули вы, блядь, не держите, сука, звезду, блядь, ДК, сука. Юмека, Юмека. Юмека, БР не войдет. Зайди туда к стеночке, Юмека, БР не войдет. Там вылетел ДК, который по какой-то вот... Маш, вот, диспел. Чувствую, ДК, блядь, по дамажу, блядь. Убиваем после ромбика Самула. Ставлю вам череп на него. После ромбика Самула давай. Повернул Войда. О, Фири в центре. Шаку не знаю, где куда-то свалил. Нет его на карте. Рок в игре идет, это плохо. А, вот и Рок. Привет. Все, контроль, ты хорошо. Лимон, не за... Нормально. Они сами иногда прыгают на меня, понимаешь? Ну, видишь, взял, побежал. Я как раз там в тот момент прожил. Мне еще тройной не работает иногда. Мага, потому бьем... что далеко, на тех, кто арит, недалеко. Мага, бейте хпалу, бейте косты. Стан, волшебный поток, эль, друли, топот. А, мах. Ну, там, короче, десяток костов, чем можно убить. Короче, сам держи их тут. После мага приста. Я Вилане ты побью. Заливайте на сухо любого. По Вилане не забывайте косты бить. Упал. Блять. Есть там какой друид, блять? Три друида, сука. А есть не текнёта, ёбаный рот. Юмека, я сказал, Void Band. Он, видимо, не... В принципе, уже сейчас смысла нет тратить. Он мастер двух держит, вот четыре моба. Сука, я вихрь хочу покидать, блядь. Я хочу покидать, блядь. Ламбонг, что ли, Void? Так хули я лежу, блядь, селёдка дохлая. Кроссовка. Не селёд, это медведь. Кроссовка, ресни, блядь, умоляю. Всё, впало убиваем, бежим к стенке и заливаем на сухой. А, ну все, не надо. Давай рогу возьмем. Мастер, дай рогу мне, ты как? Верни мне нахуй. Чё, злой, что ли? Дай сюда рогу. Всех вам надаю, блядь. Что? Печенку, звезду, там, короче, всех. Только не подходите близко к ним, РДД. Может рога к вам потонуться и в спину вам воткнуть нож. Хорошо, что только нож. Че, одна смерть. Видите? Могло быть вообще без смерти. Могло быть ДБ. Короче, 2-4 на паладине не это без стук. 2-4 для ДД-то? Не, для танка. Ягро хорошо позволяет.
через молоток играешь, когда через молоток править. Т4 тоже норм дают. Там больше прожим, наверное, или что там? Там дают повышающий урон 4200 физического урона, как у варов, короче, но прожим не было. А он такое чувство, что его вообще не пашет, его даже не пробивают. Ага. Постоянно висит нахуй. Так, ну что там с Пригой? Поднимайте Войда. Прига не тут. Не тут. О, хиловской щит. Так, ролим сферу. 76, кого больше. 94 ротос, 97 почувствую. Даю почувствовавшему. Все вроде нет больше, да? 97 почувствую. Красей. 90, кто больше? 91 сразу, ничего себе, рога. Забираем. Зачем вон 98 кроссовская? Ну, на зачем вам эта хуйня? 98 кроссовская. На продажу. Отдам кроссовская. Где он? 5 голды, что ли, хотите? Так, Бригантина, ролька. Кому надо милики, силы, выносливость, метки, скорость. Паладини, варламка. 74 вар. Ну, он с варом поговори, может он тебе отдаст, продаст. Я попробую. Даже не думайте, дюру так брать, если хочешь ДПС. Они вам двум канают шмотку, поэтому решайте сами дальше. А где варламка, в какой группе он? Так, вот это вам сам тут. Вот, нашел. Угу. Так, бастион решимости, хилы. Холипал надо? Нет. Не надо, на успех. На успехе, кому? Да. Паладина, кому? Шаманы. Мастер, держи. Пришла, походу, хила одеть, нахуй. Так, еще один интересный босс. Бахнут трулей. Дайте им каску, кулак, крест, все, что нужно. Запускаем босса. Значит, смотрите, сейчас... мастер, спик, останется. Или ты по дому я вот ДД уже. ДД, ладно. Ой, останься в танке. Вместе со мной. Зачем он три танка? Останься в танке вместе со мной. Не знаю, если агро будет лететь. Чтоб ты вместе со мной забрал. Бери белую. Весь рейд берет темную, встает около белого портала. Встаете кучно. Берете за ориентир жирную сову и встаете в нее. Соответственно, с темным дебафом стоите на месте, ловите темные шарики. От белых стараетесь уходить. Ну, вас танки будут скрывать со стороны валика. ДК. Нуфнулся, да, который МТ был? Охренеть. Давайте его тикнем. Да, кого он есть? Он в рейде стоит вообще. В рейде? А нет. Он написал релогнус этот для него. Пингую. Читай чат, ё-моё. Да я, видишь, я не всегда чат читаю. Да, мне тоже надо релогнуть. Да ему хватит, он бегает. Состоит в группе. Состоит в группе. Короче, мне релок нужно, у меня автор не перемещается. Сейчас 30 секунд. Кикайте его, блин. Сейчас пропружусь. Да ты там газету листаешь? Нет, тут другой шушит. Кто там в туалете сидит? Что там по новостям с газеты? Что по новостям? Да читать не дали. Сидит, газеты хрустит. Так, захожу, гружусь. Ты уверен? Угу. Нет, там ДК пишет вайп на вальках по новостям, говорит. Что, серьезно? Так, весь рейд бьет погибель света под темный и погибель тьмы под белый. Когда переключаться, сейчас, когда переключаться, я вам скажу. Круто. Сейчас всем ребаф урон проходит. Хотя, в принципе, у нас ДТшник, да? Все есть, да, поэтому, не знаю, там... Прото бесполезно, я понял. Такая прото поможет для этих, для руна рогом, допустим, для раги.
варом. Короче, чек на пол. Если игрок будет срывать, да? Ну да. Мах, готов? Шаг. Отлично. Побежали, ДК. Ладно, правую и левую. Смазал лужей. Скучнее стоит. Рейд, ловим темные сферки. Белые стараемся не ловить. Я от вас закрою их. Все, бьем по ебе свет. А спецспособности, слушайте внимательно, что скажу. Вот так, пиво. Вы все это делаете. Слушайте внимательно. Вот, нотариус умер. А, Красовская. Эрни нотариус. Скоро спецспособность. Смотрим, что будет. Нотариус бафнули сразу. Так, взяли белую, бьем. Взяли белую, бьем темную, вбиваем каст быстрее. В каст бьем, договор близнецов. Больше, да, дамага. Погибель мы все бьем. Неудач. Печально. Юмека, Берни, Вава. Юмека. Юмека. Берни, Вара. Идем к темной, отходим к темной. Сейчас, если будет темная воронка, рейд убьет. Вставайте около темного парня. ДК, иди сюда. Бейте, пока погибнет. Если будет темная воронка, погибли тьмы, вы все берете темную хуйню. Идем способности. Надо бафнуться. Силы близнецов. Ага. Бьем черную. Берем черную. Бьем черную, бьем быстрее. Черную все взяли черную, берем, бьем белый, гибель свет. Отлично. Все, продолжаем играть светлую. С темным дебаф. Уходим отсюда. Если будет белая воронка, нам пизда. Уходим, уходим. Встаем рейту белый. Кучнее вставайте, чтобы не получать гибель. Ждем спецспособность. Если будет воронка света, погибели. Вы все берете белый. 3 секунды. Стоим, ждем. Спецспособность. Темная. Ничего не меняете. Бьете, погибли с темным дебафом. Танком похер прожмут. Отлично. Давайте, Гер. Все с дебафом. Огонь. Совская дро сразу. Да? Бывает. Да, пиздец. Нормально ворвались. Что поделать? Как огромный. Что убийство получится, интересно. 10 секунд у вас. Давайте. 5%. Ну, 10 секунд. Ни хрена, по-моему. Нет, не получилось. 10 секунд не хватило. Очень. Нету приги. Нету приги. Так, но есть выкрик. Сферу ролем. Поднимать павших. 5, отлично. Шею вот эту. 74. 78, погоди. 81. Ох ты бог. Ох ты бог. Мы получаем выкройка. Ролим все. Всех по 500 миллионов цинков. Белорус Олег 57. 97, Паша Потный. Паша, вот это ты есть. Пришел. Нормально. Кстати, сколько он дамага дает? 6700 идет. Так, шея на танка. Хорош. Мастер отдам ту шею. Танки, ролики кому надо? Никому, это на успех ролл, я так понял, да? Это на танка, ты че, я медведь? Void Beast. Отдам Войду. 35. 89, это мастер не отдам. Это неправильные пацаны. Знаете, я сейчас ту шею отдам, которая с ловкостью. Да не, мне не надо. Короче, 35. Мастер не надо, отдаю Войду. Чем мне то? Да, ну только там будет, ладно. Кинжал надо, рога. Отдаю роги. Он же нежный, зачем ему кинжал? Будет нежно будет на БГ бегать, что там еще получше второго. О, трофей. Трофей ролим.
Здорово, сраные такие. 72. Сюда. Void Beast. Больше. Кофей выиграл. Так, и пояс. Кожа на Эрдру. Надо кому? Эрдру. Надо? Если надо, ролите на успех соло коты. Все, никому не надо, забираю себе мой распил. И в мека надо, да? Вот там собираю Эрдру себе. Так, что, идем на Ануба. Значит, смотри. Белорус Олег. ДПС 7800. Неплохо. Но ты играешь... Все сферки должны быть разбиты. Я ты думаю... Ты с кого смотришь 7800? Белорус Олега. Ты ну, Олег? 800 выдал. Молодец. Так, у него ДПС средний 4, даже 5 нету. Поэтому он на сферах. Вообще-то он 3600 дает. Поэтому он на сферах. Вот. Вот и все. По жукам. Тут же два жука выходят, да? Ну, отлично. ДК заберет одного жука, который подамажен в милизону. Я этот могу его забрать, чтобы, ну, в луже стоял. Вот, если хочешь спектр кота, нужен ДПС. А, второго я подведу. То есть жуков не сводим. Все будет хорошо. Главное серки разбить, от шипов убегать. И от хилов очень много зависит. У нас 4 хила. В принципе, хороший сетап. Так, Шамп попал в Эрдру ДЦ. Будут на танках хилы Капал и Шамп. А остальные на рейде. Там снизим ППС, дадим гер. Как раз он сейчас откатится. Такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое искать. Сорвёшь, Нотариус. В рейде есть 4 паладина. А 3 из них не сильно заняты. Я говорю про себя, про паладини и про мастеров. Задрочи кого-нибудь в ПМ, макрос напиши, чтобы они тебе кидали салю. Я вижу, что на кого? Чекаешь. Да, поэтому он... ты паладин доверишь, я задрочи. Да. Кому салю? Он мастер. Дай, мастер, знаешь, давай нотариус, он хорошо дает 15к. Вот, давай нотариус салю. Салью пройдет, там потом воскол дашь перед откатом второй. Ну что-то он дает 12, как бы плохо. Я плаваю в коте быстро вообще. Просто уши такие крутятся. Так, встаем вот здесь. Куда вы все побежали? Вот видите, почему? Вставайте здесь все. Я на мага и боб могу кинуть. Надо никуда бежать, встаем все здесь в кучу. Печенку встаем. ДК, ты босс агришь с той стороны, чтобы он к нам повернулся жопой. Вот. И потом заведешь на лужу, которая будет ближе всех к центру, чтобы мы туда приводили трэш. Все остальные вставайте в кучу, чтобы на вас трэш не агрился, особенно хилый прием. Чек на пул, проверяем бафы. Так, ребаф прот, короче, ребаф прот, да, и все, ребафаем рейд, бегом. А РДД, все, кроме танков, кроме двух танков, можете снять с себя молитву стойкости. Хилам будет проще хилить на второй фазе, поэтому все, кроме танков, отменяйте ее. То есть ты не бафаешь. Легче будет. Что ты за хуйню придумываешь? Серьезно, меньше хп, хилам нужно будет. Разница меняется, как так, 100%. Ну, хп меньше, хилить меньше. Все вроде, всех бафнул. Чек на пол. Хан, по сферам понял. Вошедший. Гуляй, ДК. Только жопу поверни, или чтобы это не кливало миликов. Так, веди на лужу его, веди на лужу вот на эту, слышишь? Веди на лужу, выбирай себе жука одного. ДК, забери себе жука одного, любого. Его заморозили. Любого копателя себе забери, ставим. Что за бред? Красовская. БР не Раван, Патос, БР не Нотариус. Жуку играйте, как только жука сразу играйте по жуку. Танком видите, как прилетает? Неф небес, дайте. Юмек, БР не маг. Я мага бернул. Хорошо.
Короче, ложимся, блядь. Тупо все нахуй. Какой нахуй ложимся, блядь? Пьем нахуй, заебал. Я объясняю, что вы делаете не так. ДК. Когда выходит трэш, хилы, стопните хил. Не надо никого хилить, блядь. Все БР потратили, говнотрай какой-то. Объясняю, ДК, как только разлили первую лужу, тебе нужно босса отвезти на нее, забрать у меня одного жука и танчить его на луже вместе с боссом. Весь рейд играет по жуку, который в мелизоне, потом я привожу следующего жука. Вы сейчас хуйню наделали, там конкретно ты накосячил. Ты там замерз, а потом не забрал у меня жука. И мы все начали дохнуть. Ну а чё ты? Да не бегайте, падайте. Все же объяснил вроде. Че, еще второго танка? Давай я тебя сейчас войду спекну в танк, будем как бомжи в два танка, блядь. Встали, полетели. Они срываются на хилу. На пула нету. Хант бьет сферы, блядь. Хант на сферах. На тебя напуливает только рога. Тебя никто не напуливает. Он сначала даст, а потом бегает сферы. Короче, Войд, давай в танка. Вот и так по ДПСу проходим, мы убьем его, это 100%. Спекайся в танка, ДК. Значит, твоя задача. Как только разливается лужа, ты ведешь рука к ближайшей луже. Мы туда приводим трэш. Первый трэш привожу я, точнее нет, Войд приводит. Убиваете жука первого, потом я привожу второго жука. Потому что если их свести, они начинают больно бить по танкам. Вот и все. Поставьте джиса, если есть у кого-то еда, поставьте еду. Про ванна, где вы чего валяетесь. Я так тупо вайпнуться. Давай, Олег. Владимир, вставай. Че, рыбы нет? Ну и ладно. Я поставлю, поставлю. Где Раванна? Есть рыба. Все, спасибо. Так, ждем Раванну. Рыбу не закликайте, еще кресту надо пойти. Давай я на боссика сижу, блядь. Подведем. Угу. Ну что там хилить-то, блядь, там даже не пробивает босс почти. Ты уверен в своих силах? Только на последней фазе он пробивает. Конечно. Ну хорошо. Давайте тогда сейчас по-другому сделаем. Звезда на боссе, подамажим, мы с тобой приводим трэш. Хорошо? Одному жучку. Давай, я первый приведу, ты второй. Все, ешьте рыбу, раздавайте баф. Прямо может быть только в одном, в агро. Да. Так, раздавайте бафы, прист ешь. Так что 10 секунд, 5, лучше не бейте. Не сразу сорвут, если... Лимон, 20 не секунд не пуляйте. Ну все, чек на пул. Стоп, 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 не пуляйте, я еще не подошел, подожди. В туалете я, сейчас бегу, бегу. Вот, блин, короче, реально, бля, выпалил кого-то. Хорошо. Вон там типы сидят, короче, которые за медведя не шарят. Слушай, ну, с другой стороны, там... туалет это может реально как бы единственное место скрыться, блядь. Могу понять этого человека. Чек на пул. Если тебе еще и параша на дворе, блядь. Варламк вошедший. Вы здесь, Варламк вошедший, принимайте. Что-нибудь нажмите. Да, нет, не знаю. Войд, иди пуляй. На пул на Войда, вот жирный медведь помчал. Стоим за спиной босса. Спиной босса. В портале лока, отлично. В портале лока. И бьем трэш. ДК, забираешь одного жука и ведешь его в босс. Давай. Заводи босса на лужу, бой. Он лужа от тебя справа. Веди вон. А, и рядышком еще есть, отлично. Жука на лужу. Одного жука на лужу, переключайтесь все бегом в жука. Все РТД, не бейте жука скорее. Он не должен закопаться. Второго привожу, сразу переключаюсь. Там. Все в жука. Пока живы жуки, босса не бьем, запомните.
Молодцы, босс, играем. Айдика, приводишь первого, я второго. Так, сферки летают. Хан, давай сферки. 4-5 штук летают. Алло, три. Один у тебя там ДК. А где второй? Ага, все, нашел. Бери его этого. Его убьет сейчас. ДК на что? Убивайте одного, убивайте быстрее. У кого есть БР плюс, дай плюс чат сверху, у кого БР. А, Красовская БР не полотенце. Входим с этой лужи, бегом. Заливаем жука быстрее, все. Нулики, не бьете трэш мелких жуков. Их бьют только РДД, чтобы новостаков не было. По лужам бегаем подальше желательно. Вон еще две сферы летают в центре. Хан. О, джиз, можно починиться пока. Реков прикупить каких-нибудь. Бейте и выйдите пока. Еще одна сферка. Можно ее разбить, кстати. Ходите. На пути этих шипов тоже не стоит дамажить. Появление 20. Кто там по шипам бегает? Заводи на лужу центральную, все ставим за спину. РДД, добивайся мелкий трэш, быстренько АУЕ залили его. РДД. Как первый приводит жука, твой. А, давай я трэш. Ну, беди, беди. На кого он там садрился? Заводи на лужу. На лужу. Подмос, босс. Лимон, на лужу его заведи, ёб твою мать. Все нормально. Что с ним не случится? Пейте одного, не зароется. Таймент на взрывание, я все вижу. Убиваем второго. Бьем босса сильно. ДК, приводишь первого ДК под босса, я второго. Забирай, короче, слева. Слева не получится. Давай, веди первого жука. Твой первый, я тут постою. Бьем жука, копателя быстрее, подбор. Лужу оставь, чтобы нерики вставали. Второго копателя начинаем. Забиваем жука. Забиваем жучка, да, уходим от шипов, молодцы. Все, и выйдем шипы. На мне шипы. 10 луж сразу проебали, молодцы. Что проебали? 10 луж. Да вообще, куча. Ну и ладно. Бабычки-то похуй, но... Бабычки, да, Гери, это все. Сколько хожу, Геру тут еще никто не проходил. Так, что, одна сфера у нас, две лужи. Сейчас будут смерти эти. Появление 20 секунд. Последняя лужа. Вон, еще одна сфера. На мне. Вот, уходим. Долго будет до меня идти. 10 секунд, успеет, отлично. Все, собираемся в центре. А уешим трэш мелкий. Это будет, босс появится. Бьем босса. Сверка еще летает, вон. Вон лужа. Ой, сзади лужа. Да мне похуй. Заводи. Надо босса переводить. Да. Все в босса. Копатели быстрее, копатели. Потом жука. Быстрее зарейте этих копателей. Надо босс перевести, потом копателя убьем. Давайте Геру быстрее, шаман. Не педаль. Хорош. Рука отбиваем их босса все. Хилы. Держим рейд на 40% танков на фул. Рейд держим на 30% даже процентов. Слышите? Не надо на фул хилить. Стопните хп ХПС. Держите ХП, как у нотариуса. Нотариус, ротос. Стопайте за счет.
хоть бист на фул, только держим оверхил. Дам щиточку. Психолипа мне дает, дам все. Топните по дамажам захил, он не танчит. Помудренный захил, стоп. Караване, стоп, захил. Все, вот так и держите. Молодцы. Так у него летает сразу. 4, 3. Что там, под клифф кто-то дошел? Ну вот, видите, изи босс. Если все сделали с первого раза, как я сказал. Даже боешка есть. Уже мы пошли на балкон. Трофей ролим. 89, надеюсь, это мой трофей. Ага, сейчас. Сказал, зачем тебе трофеи, блядь, или мой? Голда, голда нужна. Я мне очень нужна голда. Я очень золотозависимый человек. Вон боешка упала, блин. Уен ролл, серый рыцарь ролл. Так, 80, 87, все вроде, да? 87, нейлон. Нейлон, короче, выиграл. Вот тебе и ДК сосет по игру, веди топ. А, выкройка. Погодите, с этим, сейчас разролю. Выкройка, кому надо? 99. Киска мяу. С каким напулом? Ты чё, нуб, что ли? Где киска мяу? Какой друг? Канает вот сюда, бич. Так, ремень. А, хопалы надо кому? Латы. Бесполезная хуйня. Бесполезная хуйня, заберу себе на распил. Рукавицы. Эрпалы. Ну, ой, не эрпалы, а эти фурики. Фурики, ФДК надо, кисти, лак держи. Так, и что там буе? О, кольцо, ништя. Это мое. Понож. А, хамски надо кому, белорус? Ну, двоечку.